Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня представляю новинки каталога номер 2 Oriflame. И в этом каталоге нас уже компания балует. Очень интересный дизайн каталога. С одной стороны для женщин, с другой стороны для наших любимых мужчин. Потому что уже грядет 23 февраля и День влюбленных. Поэтому помните о том, что 2 в 1. Это очень оригинально и очень круто. Я думаю, наши мужчины оценят. Ну и давайте начнем тогда со Дня влюбленных. Ко Дню влюбленных компания подготовила для нас чудесный просто набор для девушек и женщин в таких потрясающе красивых мешочках с сердечками. И набор выглядит невероятно красиво. Это матовое золото, шикарная подвеска, украшенная стразами. И к ней крепится сердечко из матового золота. Это очень оригинально и красиво. Цепочка достаточно длинная, и можно увеличить немножечко по размеру вашей шеи. Серьги выполнены в таком же дизайне, но здесь есть один оригинальный финт. Можно снять сердечко. Можно его снять, можно одеть и носить или так, или так. Серьги очень красивые, такие эффектные. Их уже к себе примеряла и думаю, что наверняка на них соблазнюсь. Ко Дню влюбленных у нас серия Валентина. Есть также потрясающий красивый дорожный маникюрный наборчик для девочек. Очень красиво сделан, оригинальный, такой классный дизайн в розовом стиле. И в тему ему такие же пилочки, 2 размера, одна большая, другая маленькая. Очень красивые пилочки. В коллекции Валентина у нас представлена такая красивая сумка под кожу, очень красивого сливового глубокого оттенка. И она очень вместительная, пузатенькая такая сумочка, приятно держать в руках. Модная стежка по верхней части клапана. Внутри у нее просто отдел большой, 2 отдела маленьких под мелочи и 1 отдел на замочке. Сумка на ручке такой оригинально сделанной цепочкой переходит в кожаный ремешок. Можно носить как через плечо, так просто на плече. Самое главное, что, обратите внимание, ручка не снимается. То есть она вот как вы одели, так и будет. Но сумка классная. Может быть, помните, была такая же коллекция в джинсовом стиле. Вот я себе брала эту сумочку. Она, в принципе, такая же по форме, по дизайну. И я настолько ей довольна, ходила с ней всю осень и ползимы. Вот. Эта сумочка будет тоже очень классная коллекция. Далее у нас для девушек коллекция Чили представлена таким волшебным, просто волшебным платком. Обратите внимание, сколько в нем любви и страсти. Идут такие сердечки по контуру рисунка, весь он такой огненный, страстный. И носить его можно в разных вариантах. Первый вариант — это просто одеть его, как платок на шею накинуть, как-то завязать очень оригинально. Можно сделать такие вот штучки, сейчас очень модно, на кончиках платка завязывать узелочки. То есть можно так сделать, узелочки завязать. Смотрите, как сразу оригинально, да, это обыгрывается любой джемперочек или блузка. А можно еще, сейчас вам покажу одну фишку, как использовать этот платок, потому что его размер достаточно большой, позволяет немножечко похулиганить. Ну, например, делаем таким образом. Берем за 2 конца и завязываем, угадайте, где? На шее. Делаем там маленький узелочек. Смотрите, эту часть мы вот так вот накидываем, расправляем и завязываем по нижнему краю. Делаем тоже маленький узелочек. То есть это можно делать как летом, как топ. Так расправляется, распушается. То есть это будет... Ну, примерно вот так. То есть спинка открытая, тут все закрыто. Можно на купальник одеть. Можно как интересная штучка, если у вас какое-то платье или сарафан, и вы сверху обыграете такой оригинальной деталью. Не буду пока снимать. Сумка Чили.
Многие ждали ее, увидеть, как она выглядит, классно она или не очень, оправдает ли она наши ожидания. Да, оправдала. Смотрите, как она выглядит. Сейчас она в сложном виде, но на самом деле она очень широкая. Оригинальный сверху клапан. Я переживала за этот клапан, что он будет некрасиво лежать. Очень красиво лежит, классненький. Какая она внутри? На замочке. Внутри она широкая, то есть если мы ее расправим, смотрите, какой у нее запас. Донышко очень классное, как у чемоданчика, да, с ножками. Она такая, у нас модная сумочка с, собственно, ножками. Внутри есть еще карман на замочке и два отсека под мелочь. То есть если мы ее набьем, то она у нас расправляется, как оригинальный такой классный чемоданчик выглядит. Можно носить просто за ручку, но еще есть вот такая вот классная ручка для плеча. То есть мы пристегиваем карабинчиками и можно носить через плечо. Но, честно, мне очень понравилась идея носить ее просто как чемоданчик, потому что это очень классно и оригинально. Двигаемся дальше. Следующий блок – это то, что нас ждет. И участники премьер-клуба уже смогут заказать себе вот такую потрясающую новинку. Это тональный крем-флюид для лица. Очень необычный. Серия Giordani нас радует. В этом каталоге можно выписать пробник. А участники премьер-клуба уже могут взять оригинал. Как мы этим будем пользоваться? Смотрите, мы открываем. Вот смотрите, берем. И одну каплю буквально, да, я для пробы положу на руку. Очень красивый цвет, я взяла оттенок фарфоровый. И распределяем на руке, попробуем, как это в деле. Я сразу чувствую потрясающие бархатистые какие-то ощущения, как будто я глажу бархатную поверхность. И вот что я замечаю, она высыхает, сейчас мы подождем немножечко, и приобретает, ну, на ощупь просто как будто я бархатную пудру трогаю. Да, она становится как пудра, как будто бы сверху нанесена пудра. Ощущение, конечно, просто волшебное. Я уверена, что этот продукт станет сенсацией в мире красоты. Поэтому я вам рекомендую, обязательно себя побалуйте. Особенно, если вы участник премьер-клуба, то вы можете сделать это уже заранее, на целых 3 недели. И еще мы сегодня поговорим о наших мужчинах. Что же компания приготовила для них? И с чего я хочу начать, это вот с этой потрясающей красивой коробочки. Выполнена под кожу. Очень удобный клапан на магните. И вот так открываем, а внутри все в бархате. Это набор для рук и волос. То есть ухаживать за руками, расчесочка для волос. Здесь есть пилочка, щипчики, ножнички очень классные и большие щипцы. Я думаю, что каждый мужчина, получив такой набор в подарок, будет в восторге. И будет еще более ухоженный. Также у нас для мужчин есть новая сумочка-косметичка. Кстати, часто спрашивают такую вещь. Сейчас посмотрим, насколько она вместительная. Ага, у нее оригинальная форма, как летающая тарелка. Смотрите, она пузатенькая, как расправляется. Ну, конечно же, объем у нее очень приличный. И самое главное, что она мало места занимает и очень легкая. Вообще классно. Ну и это тоже для наших мужчин, такая брутальная губка для тела, чтобы, да, искупать своих мужчин, чтобы они у нас были чистые, красивые и вкусно пахли. Вот. А еще есть такая щеточка, могут использовать мужчины и женщины для ногтей. С одной стороны мы щеточкой чистим ноготочки, с другой, где нужно подпилить пяточки, выровнять их. И все это очень классно закрывается таким вот прозрачным колпачком. И выглядит очень красиво и будет оригинально смотреться на полочке в ванной. На этом наш обзор закончен. Спасибо вам всем за внимание. Желаю вам счастья, любви. И будьте самыми красивыми. Оставайтесь с нами. Если видео понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. До встречи! Пока-пока!